motherfucker. Мне твой смех напоминает смех одного деда с видео. Какого именно? Леша. Это сильно. Я, конечно, старая, но... Это грубо. Старая потрепанная аллигейна. Все, пойду прыщ выдавлю какой-нибудь. Я их так долго собирал. Это мой антистресс. Кто-то лопает шарики, а я лопаю прыщи, короче. Аллигейм, let's play and rock. Только хардкор. Красная полосочка. Да я про райд. А что, так можно было просто ударить себя кулаком по руке и выздороветь? Херамин, я понял, вы новое интро, тогда без меня записывайте. Да. В смысле? А кто этот? Если ты не Даник, тогда кто? Где наш друг? Даня! Меня спалили. Даня! Я его брат-близнец из Индии. А, из Индии? Почему из Индии? Это который под мышкой рос? Под какой подмышкой? Ну, обычно... Под это, правой или под левой? Злые эти братья-близнецы, они вечно там то из жопы, то из груди, то и вторая голова. Вот я спрашиваю, тот из Индии, который подмышкой рос. Мой маленький... Я сейчас познакомлю с моим братом. Смотри, какой он милый. Такой сморщенный, вонючий клубок в шерсти под мышкой. Максимум мерзости, блин. Мама, придумай мне новое имя с 16 буквами. Мама. А, это вот эти... Есть, я одного сбросил, второго надо добить. Второго есть. А, третий. Третий выжил. Выжил вот тут. Смотри. Тип бежал. Не уверен, где он. Вон он. Дороги. Все, есть. А у меня еще первая броня. Класс. Замечательно, блин. Вижу мотоцикл. Опа, вижу мотоцикл типа. Здесь, да. Где он? Убил. Он прям на тебя смотрел, на лестнице. Давай лучше там, где нет хуев, туда и побежим. Вот мы туда и бежим, там нет хуев. Вот и все. Олежа, ты куда утопал? Вот он я. Аптека. Он умер и сам или повалил? Повалил его, конечно. Значит, где-то еще. Значит, здесь второй есть. Вау. Думаем одинаково. Че, видно? Не вижу. Я тоже. Слышу, вот. Есть, убрал. Опа, еще один. Конечно. О, бежим отсюда. А, это ты херачишь. Я двоих снял. Ну, конечно. Кирилл, стратегическая высота. Хер ты что с нами сделаешь? Один. Тут склад. Он не умер. Значит, у него... Так. Есть, значит, у него кто-то есть. Ты прям как... Реально как Рэмбо, короче. С двух стволов, походу, фигачишь, да? Так, вижу. Вижу типа. Вижу, да. Метку воткнул. Где ты? Ух ты. Где он? Все, я его убил. Так, он сразу да упал. Значит, это последний из них был. Опа. Челик, блядь! За камни по мне стреляют. Там еще один челик был. Где? Это Ласт. Вот-вот там. Он бежит. С моей стороны. Ага. Да блять, сука, патроны. Слева еще где-то вот. Есть. Вдаль. С западной стороны еще кто-то стрелял. По нам. Можно? О, да.
Откуда-то из дома, по-моему, вот там. Сейчас надо припить витаминки. Что он здесь хочет? Всосал, блядь, не жда... Ай, Олежа, Олежа, ну хуй ты творишь, it's be my fucking frag, motherfucker. Сука. Так, Оля, можешь. Ладно, хер с вами. Так, у него кубы. Вижу, тебя сейчас убью. Сейчас убью. 9 типов. Никому... Да, motherfucker. А, 3 типа, да. Почти 4. Нет. Сейчас буду ныть сидеть. Это наши, да? Это ты. Это наши, это ты. Ты. Все нормально. Нашего чехвостили. Вон там. Из дома вышел. Удар. Есть, я убил одного. Там он в твоем направлении где-то еще один. Так, а-т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 а-
Где уёбы-то? Shit, here we go again. Я не понял, то ли мы начали... За камнем вы тут. Ага. То ли мы начали бежать быстрее зоны? Пупок аквазуалился. То ли хуй его знает. Ага, счастливо, да? Херанука прояли, да? За камнем. Он еще там? Не знаю, залетим. Ну так ты же сказал, нет клотка. Я убил того я типа что? Уже. Остался один тип вот где-то здесь. В доме где-то сидит. Зона к нам идет. Я пошел. Помогай, если что. Дом рашишь? Да. Да не иди рядом со мной, двоих завалит, если что. С разных углов нужно идти. Он в доме. Да, я слышу его. Форточку паси вот эту. Ага. Нет, его здесь. Он прям за дверью. Я его вижу, слышу. Подожди, зона сужается, да? Да. Да, зона. Вот он, вижу его. Тихо, смотри, так, он сейчас выйдет. Форточка. Через эту форточку, я через эту. Да, через эту форточку вышел. Сука! Ей! Мой мальчик! Финальный! Сок мой дик! Заебись! Сок мой дик! Ты не по мне там работал? Нет, а вот по мне работают! Ай-яй-яй! Блять! Сучка, да иди ты откуда взялся? Здесь вообще говно вонючее, нафиг! Я взрываю ваш вулкан! Сука, мадам! Олежа, еще один идет! Ай-яй-яй, положил меня, идет к тебе. Бойко. Он коцанный, выйди и дай ему, он прямо у тебя неподалеку там стоит. Давай, забирай. Мы все сдохли. Живые. Не, Олежа тащер. Давай, братишка, я верю в тебя. У меня как бы жизни. Ха-ха, поверил. Беги за мной, он последний был. Он я последний знаю, был, что он был последний. Help me. I help you. You help me. Mother. Ты, кстати, вкусно, что если ползать, короче, то умираешь быстрее. Не использовали вместе с вазелином. Чего говоришь? Ты в курсе, что если ползать, то умираешь быстрее? Да, конечно. Ты кровь размазываешь, понимаешь?
А, я так и думал, это все говнецо просто повсюду льется. Понимаешь, просто так, если ты идешь, кровь стекает. Подожди, слушай внимательно. Внимание, все слушай, запомните это, ребят. Если вас продырявили и с вас сочится кровь, то нужно идти. Кровь пока стечет на пол, она еще половина обратно впитается через поры кожи. А если ты ложишься на пол, то она куда течет? На пол, соответственно, она быстрее вытекает, ты быстрее умираешь. Все логично.